Мы сейчас в ринге, мы увидим следующую пару. Это Титаренко Артем против Дьяковского Романа. Весовая категория до 85 килограмм. Пара в ринг. Пара в ринг. Роман. Братишка остался. Скажи пару слов. Так, это спутник, морская пехота. Ты молодец, давай покажи всем. Дамы и господа, смотрите. Морская пехота. Представляю морпеха Северного флота, поселка Спутник. Будет жарко. Скажи еще пару слов, расскажи про вашу тему. Там, где мы, там победа, да? Там, где мы, там победа. Если что, он холостяк. Конечно. Парни, это не передача, давай поженимся. Это передача, давай поженимся. Эй, друзья. Роман. Нас наоборот. Нормально сидят? Попробуй, покажи. Это в камеру будет читаться. Поправить тему? Нет, я ремонтирую, чинирую, лёгкие катера. Молодец. А что у тебя раскрылен сверчатка? А это мне... Логика, почему это такая моя птичка? Так вообще, вот, как Марин, лучшие лодки, качественные, новые кинь. Резиновые изделия! Что было? На лодке. Там морская пехота, здесь лодки. Они нашли друг друга. Так, кабы есть? Участки есть? Не видно. Это даже не на квар. Эти перчатки из кино, тебе они не нужны. Я вас не рад. Морпех решил... Маленькие перчатки. Морпех решил отомстить за ломовую лодку, да. Которая потонула по бригам. Вот сюда. Епот! Рамонка, давай! Раз, два. Подождите. Нормально, у нас сегодня морской бой. Итак, парни, на середину. Вы на стрелке, здесь деремся. Деремся, а только без правил. Вот, а те, что есть, мы вам рассказываем. Поэтому деремся с уважением друг к другу до конца. Пожалуйста, подпите друг другу руки и пула. По моей команде ринг будет ваш. С тобой. Боец готов? Готов! Зрители готовы? Да! Поехали! Спокойно, Тёма, спокойно. Тёма! Гаси! Тёма, гаси! Тёма, гаси! Гаси! Гаси его! Гаси! Гаси! Давай! Тёма, гаси! Руки, руки, руки! Тёма, давай, давай, давай! Души! Души! Лодка, давай! Давай! Лодка, давай! Лодка, давай! Под него залезь, Тёма! Тёма! Под него залезь! Залезь под него ногами! Хорошо. Давай, гаси, гаси! Ноги, ноги, ноги! Давай, Тёма, гаси! Гаси его! Давай! Давай! Роман, гаси!
фильма. И у нас есть победитель! Давай микрофон. Ромаха, ну ты можешь сказать, выживал, Марсель, Трюфоту, Грабилу, тебя сдавил. Давай, расскажи. Ну что, было сложно, да? Пару слов, блин, я долго ждал, честно. Давно у вас не было. Мне казалось, что видишь, прошу. Да, не говорите. Я очень часто сегодня здесь оказался. Спасибо публике, спасибо вам. Спасибо моим соперникам. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи, любви, здоровья. Всем спасибо, отличный бой. Давай дадим слово сопернику. Вот они обещали нам сегодня победу, что не хватило. Чемерана вы остановили. Была команда активнее защиты, ты не защищался. Так получилось. А правила объясняли же? Конечно. Поэтому надо получить. Хочу сказать спасибо моим друзьям, которые пришли сегодня. Убери. Первый раз. А он что это делает? Ну вот, тоже. Макс, ты сегодня встанешь? Следующий раз внимательно будешь слушать правила, в активе будешь. Конечно. Я же не знаю, что там. Сейчас уже. Хорошо. Если ты будешь говорить.